Все в дыму, но мы не в Крыму. Сегодня я покажу тебе, как готовить вот этого зверя. Это дикий-дикий птиц, называется перепел. Подам с кускусом, ну и на десерт будут мини-кексы со сливой. В первую очередь из птицы нужно удалить самую ненужную часть. Это позвоночник. Она не несет никакого функционала, кроме того, что держит на себе кости. Таким вот легким движением позвоночник просто вырезается ножом. Перепел — это все-таки дикая птица, дичь. Она активно летает. За счет этого мясо очень-очень красное. За счет того, что кровь постоянно циркулирует по мышцам. Ты знаешь, у нас на Кубани массово выращивают перепелок практически в каждой деревне. Достать их очень просто. В любую деревню приезжаешь и на любой остановке останавливаешься, у местных спрашиваешь, где у вас перепелок продают. И тебе говорят, куда проехать. По вкусу, конечно же, дичь вкуснее, она более сочная, из-за того, что мясо красное, из-за того, что птица на протяжении всей своей жизни работала мышцами, грудной клетки, махала крыльями. Поэтому мясо более сочное и более нежное. Курица более сухая, потому что там много белка, мышцы практически не работали, кровь практически не гоняли. Поэтому дичь, такая как утка, перепелки, фазаны, всегда намного вкуснее домашней птицы. Ну и полезнее, конечно же. Осталось перепелочек замариновать. Соль, перец с двух сторон и масло. Как обычный шашлык, только без лука. А масло для того, чтобы соль растворилась быстрее, впиталась. Ну и для того, чтобы перепелки не пригорали к решеточке. Совсем немножко на каждую перепелочку. Прям массажик, чтобы мяско было нежное. Перепелочки будут мариноваться примерно 5 минут. Пока что можно подготовить овощи для пряного кускуса. Болгарский перчик, конечно же, наш кубанский, ароматный. Свежайший. Буквально 2 штучки. Луковица и морковочка, которую нужно нарезать так вот кубиком. Да, в принципе, ты знаешь, все овощи сегодня в кускус пойдут кубиком. Лучок, морковочка и перчик. Морковочку лучше кубиком поменьше, чтобы она приготовилась быстрее. Кускус — это крупа, крупа пшеничная, быстрого приготовления. Кускус варится буквально 3 минуты. В арабских странах кускус используют как гарнир к мясу, к птице. Подают очень часто как десерт. Кускус с фруктами запекают просто в глиняных горшках. Получается шикарный восточный десерт с инжиром. В Индии на свадьбу, я знаю, подают пряный кускус с фруктами. Как горячую закуску. Но выращивают пшеницу в России где? На Кубани. Поэтому у нас этого добра много. Кускус есть в каждом магазине. Да и все, в принципе, производные пшеницы можно на Кубани найти с легкостью. Но почему бы не пользоваться тем, чем наградил тебя твой родной край? Пшеницы много? Много. Перепелки водятся? Водятся. Так почему бы это дело не готовить, да еще и на костре, в такую замечательную погоду? Перепелок едят во всем мире. Во Франции перепелки вообще считаются деликатесом, ничуть не меньше, чем лягушачьи лапки. У меня уже разогрелся казан. И в него нужно отправить масло. Растительное масло примерно 50 грамм. И овощи. Ну и не забывать помешивать. Совсем недолго кипящее масло и овощи обжарятся за 2-3 минуты. Получается, это просто зажарка, чтобы овощи дали свой сок, аромат. И пока что можно измельчить пару зубчиков чеснока. Так, ножом раздавить, чтобы чеснок давал сок. И просто миленько порубить. И чеснок пойдет туда же. Какой запах. Овощи на костре с дымком. То, что надо. Самое время отправить воду. И получается овощной бульон. И в этот овощной бульон нужно отправить кускус. Кускус закипел, его нужно перемешать и снять. И можно накрыть кускус фольгой, чтобы пар не выходил. Ну и
как мне кажется, самое время заняться десертом. Нет, пускай маринуется, а перепелочком жарится очень быстро, буквально 5 минут. Можно пока подготовить десерт. Такая вот мисочка, которую нужно отправить. Одно куриное яйцо и пару ложек сахарной пудры. Она мелкая, очень быстро растворится. И венчиком хорошенечко взбить. Да нет, недолго взбивать, буквально тщательно перемешать. Добавить немножко сливочного масла. Одну ложечку. И продолжаю размешивать. Да. Разрыхлитель. Пол пакетика, буквально 5 грамм. Вместо соды. Знаешь, когда ты дома готовишь, можно гасить соду уксусом. Это удобно, это практично. Но когда ты на природе, и у тебя нет своей бутылки уксуса и пачки соды, просто пакетик разрыхлителя. Он маленький, много места не занимает. Но так как мини-кексы сегодня со сливой, конечно же, слива. Кубанская, свежая, спелая сливка. Смотри, какая красавица. Ее нужно порезать мелко-мелко-мелко в кубик. И добавить в тесто до того, как туда попадет мука. Для того, чтобы слива тщательно перемешалась в тесте. Если положить муку в тесто, а потом добавить уже в готовое тесто сливу, слива может браться кусочками, слипаться там вот такими кусками, ломтями. И когда будет жариться, будет пускать много сока, и тогда кексы будут разваливаться. А если положить до муки, то есть возможность тщательно перемешать, и слива равномерно распределится по тесту. И теперь сливу так вот смело отправляем в тесто. Хорошенечко перемешать, по чуть добавлять муку и размешивать венчиком, постепенно замешивая тесто. Если сразу бухнуть муку, то могут взяться комочки муки и будет очень-очень сложно размешать. Поэтому муку лучше добавлять постепенно. Кексы – это европейская кухня, но кексы со сливой – это кубанская. Смотри, какая получилась масса густая. Как густая сметана. И теперь, чтобы кексики запечь, нужно выложить на пергамент. Хотя нет. Давай отправим для начала перепелочек жариться. Мне кажется, что они уже замариновались. Так, аккуратненько. Тушки отправляются на мангал. Прям, да, 5-7 минут, не больше. Да, перепелочка жарится. А значит, можно подготавливать десертик. Пергамент. Лишнее нам не нужно. И традиционно, как я уже показывал, его нужно свернуть пополам. Выложить на противень. И кексы порционировать очень просто. Вот так ложечкой. Это домашняя кухня, дачная. Я же готовлю для нас. Вот так. И пергаментом накрыть. Можно слегка придавить, чтобы кексик стал более плоским. И отправлять запекаться перепелочком за компанию. Вот так вот поставить. Буквально 3-4 минуты, и кексики готовы. Смотри, какая перепелочка. Я уже доволен от одного только запаха. А каково это на вкус, мы сейчас попробуем. Прошла буквально 1-2 минуты, и кексы можно уже перевернуть. Смотри, какой получился кускус. Рассыпчатый, красивый. Запах это просто невозможно описать. Не нужен никакой соус, потому что кускус сочный сам по себе. Он с овощами. Единственное, что можно для украшения добавить немножко зелень. Кускус удался. И осталось только разделать перепелочек. Резать перепелку так же, как и курицу. То есть грудка и ножка. Пополам разделили и отрезали ножку. Все. Перепелка не зря считается деликатесом во Франции. Несмотря на то, что кусочки маленькие, пользы в них больше, чем в курице и в любой домашней птице. Красиво. Единственное, что можно украсить зеленью. При этом зелень даже не нужно нарезать.
так просто украсить свежей кинзой. Свежая зелень с любой птицей, с любым мясом всегда будет хорошо сочетаться. Перепелочки шикарные. Давай посмотрим, как там кексики. С дымком, горячие. Ну, не все кексики пережили активное переворачивание. Все равно, мне кажется, вот такая простая домашняя кухня, даже если кексик сломался, она все равно выглядит очень даже симпатично. Издалека напоминает даже блинчики, оладушки. При желании, я, например, очень люблю, подать такие кексики можно с медом. Дичь подана! Я думаю, это блюдо говорит само за себя. Смотри, что получилось. Дикая перепелка. Сочная, мягкая, с дымком, с запахом, с ароматом даже, копчения. С кускусом, самым обыкновенным, пшеничным кускусом нашей кубанской родной пшеницы золотистой. С сочными, насыщенными овощами. И вот такой вот замечательный десерт. Плоские кексы на костре со сливой, мне кажется, идеально дополнит сегодняшний день. Приятного аппетита! Перепелки-гриль с кускусом и овощами. У перепелов удалить позвоночник. Замариновать тушки солью, перцем и маслом. Оставить на 10 минут. Обжарить по 5 минут с каждой стороны. При подаче разрезать. Кускус. Овощи нарезать мелким кубиком. Обжарить в казане на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, добавить воду и кускус. Довести до кипения. Снять с огня, накрыть крышкой на 10 минут. Мини-кексы со сливой. Яйцо перемешать с сахарной пудрой, добавить масло, разрыхлитель, мелко рубленную сливу, помешивая, постепенно добавлять муку. Полученное тесто выложить на пергамент, накрыть, запекать 2-3 минуты с каждой стороны на очень слабом огне.